Знаковое спортивное событие сейчас проходит в Югре. В Белоярском открылся Кубок мира по боксу нефтяных стран памяти Фармана Салманова. В этот раз он собрал представителей 10 государств. Наряду с постоянными участниками, такими как Азербайджан, Беларусь, Таджикистан, на север впервые приехали команды из Конго, Зимбабве, Гвинеи и Египта. Кстати, сборную нашей страны усилили спортсмены из ДНР. Друзья, мне правда очень приятно вас здесь видеть, несмотря на те обстоятельства, которые сегодня происходят в мире, что вы сегодня смогли приехать, что ваши страны смогли представить своих боксеров. Это здорово, это классно. Давайте, ребят, желаю вам удачи, счастья и, конечно, зрелищных и ярких побед. И давайте, несмотря ни на что, любить друг друга и дружить. Первый бой всегда тяжелее бывает. Вот. Ну, главное, правда, шел вперед. Это главное. Главное, выиграл. Большое спасибо всем. Организация на высшем уровне. Единственное, весну надо поставить у меня в гостинице, и все. А остальное не надо. Почему? Ну, весов где-то только в номере, и все. Вот. Я пришел на взвес, что у меня килограмм запас был. Перестарался. Хорошо кормят в гостинице. Да.